Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог, психолог-коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас уже долгожданный, обычно я раньше делаю прогнозы, прогноз по группе крови. В России 4 группы крови, 1, 2, 3, 4. В других странах по-другому называются группы крови, поэтому первая группа крови будет соответствовать группе крови нулевой. Это нулевая будет еще, ну, для девочек из других стран. А вторая группа будет соответствовать группе А, третья группа Б и четвертая АБ. То есть их тоже 4, но они называются по-другому. Предсказания, как всегда, я буду делать на трех колодах. Это в первую очередь Таро Гуд, Таро Добра и Света из коллекции Барона Рейда. Очень красивая колода, всегда на ней делаю предсказания, только для предсказаний ее использую. Дальше прекрасная колода послания стихии Ларисы Ренар. Она безумно вкусно пахнет, эта колода. А вот, вот такая тоже очень интересная, тоже всегда вот в точку. Я из нее выкладываю самые важные моменты, поэтому всегда в точку. Ну и ангельская терапия. А вот. Вот такая колода в качестве совета. Обычно я ее беру. А вот. Так что начинаем. Выбирайте свою группу крови. Японские ученые выяснили, что именно группа крови или в группе крови заложена как раз самая важная информация о характере, жизни и судьбе человека. Вот. И поэтому это предсказание является наиболее точным. При этом я все равно вам советую, посмотрите. Вчера вышло предсказание по знакам зодиака. Для того, чтобы у вас была полная картина месяца, посмотрите еще и по знакам зодиака. Предсказание также на март. По поводу резус-фактора сразу тоже предвкушаю ваши вопросы, потому что они есть всегда. Японские ученые не выявили разницы между людьми с отрицательной и положительной группой крови. Поэтому, соответственно, я этому и не уделяю значения вообще никакого. Поэтому резус-фактор в данном случае, в предсказаниях, именно на характер человека не влияет. Влияет только группа крови. А вот. Итак, начинаем, естественно, как всегда, с первой группы крови и пойдем по порядку. Ну, вот так. Тем более, что раньше, я вам хочу сказать, да, я тоже проводила не то чтобы исследование, да, а именно собирала информацию, как, кто из японских ученых выяснил, да, какие выводы сделали. У меня даже статья на сайте есть как раз о группах крови. То есть вот я собрала там всю информацию как раз, кто, когда и что выяснил по группе крови. Вот. И действительно именно группа крови имеет влияние на характер человека. Ну что ж, давайте тогда смотреть март месяц для тех, у кого первая группа крови. Как же для вас март месяц сложится? Хороший месяц, потому что все планеты в прямом движении, солнышко. Вот, ну, вообще первый весенний месяц, месяц замечательный. Так, смотрим. Понедельно всегда я смотрю. О, сразу туз, туз воды. Конечно, расскажу по всем сферам жизни, девочки. О, император. Пятерочка огня. Ой, и восьмерка пентаклей. Ну, просто восьмерка Земли, она же восьмерка пентаклей. Просто супер. Выложу сейчас основные важные события для вас. То, что важное для вас будет еще в марте месяце. И сразу начну рассказывать.
как-то так неровно у меня получилось. Так, важное событие в марте для всех, у кого первая группа крови. Угу. Стабильная в целом ситуация будет. Много денежек. В целом, девочки, вижу, самое основное, главное для вас будет это деньги, увеличение финансов. Какие-то могут быть дополнительные выплаты. У кого-то, может быть, будет покупка-продажа недвижимости. Вот, то есть именно вот увеличение финансов точно будет. Успех в финансовых каких-то предприятиях. Ну, давайте по порядку. По здоровью сразу, в целом, очень хорошее здоровье будет. Единственное, вот третья неделя марта. Здесь может быть легкое недомогание, простуда какая-то, поэтому берегите здоровье. Весенние месяцы такие самые опасные для простуд. Очень легко на самом деле простудиться. Возможно, какое-то воспаление, повышение температуры или давления. Поэтому берегите себя. Все остальное время здоровье прекрасное. Даже если у вас есть какие-то заболевания, то в марте месяце у вас есть все шансы улучшить свое здоровье, причем значительно. Благодаря вере в здоровье, вот буквально перед началом съемки звонила женщина. Вот интересная история. Ей кто-то предсказал, что она будет очень сильно болеть. Вот. И она, конечно, в это верит свято, в то, что ей кто-то там что-то предсказал. Пожалуйста, я вас очень прошу, обращайтесь только к тем тарологам, которые предсказывают позитивную информацию, которые реально помогают людям. Вот. Потому что в моей практике много ко мне обращаются людей, которым что-то такое предсказали, прям совсем негативное. А наш мозг так устроен, что мы быстрее верим в плохое, чем в хорошее. Поэтому, вот, и что касается здоровья, у вас есть все шансы на выздоровление. Ходите и повторяйте. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Возьмите сказку на ночь на выздоровление, которая есть у меня на канале. Сказки на ночь у меня сейчас находятся в плейлисте. Исполнение желаний 100%. Я их туда поместила, потому что мне нужен был дополнительный плейлист для обучения и гадания. Да, кстати, можете предсказывать сами себе прямо у меня на канале. Для этого на главной странице канала найдите плейлист «Обучение и гадание». Получаете бесплатно ответы на вопросы, на любые, причем подробные ответы. Вот как-то так. Немножко это было лирическое отступление, но теперь продолжаем. Вот. Так что в целом здоровье хорошее, очень хорошее. Тут еще у вас на второй неделе может быть встреча с каким-то профессором, ну то есть таким врачом, который имеет определенный, ну, высокий статус, может быть, зав. Отделением, может быть, профессор какой-то, или врач первой категории, высшей категории. Вот. И в конце месяца, как бы, по здоровью все прекрасно. Здесь самые важные события, то же самое, тоже все прекрасно. Вот. Единственное, тут я вижу, что самокопание, копание в своих собственных мыслях. А вот, не всегда это хорошо на самом деле. Нужно быстро, да, даже если там что-то в вашей жизни происходило, быстро проанализировали, сделали вывод определенный. Для этого нужны секунды. И отпустили ситуацию. Что там копаться в своих собственных мыслях? В них не копаться нужно, их нужно настраивать на позитив и четко отслеживать свои собственные мысли. И не давать вашим мыслям возможности думать, о чем им хочется. Мысли-то ваши. Все мысли под контроль. Дальше, девочки, в сфере работы. Да, расскажу по поводу работы. Если вам нужно устроиться на работу, то вот первая, вторая неделя все шансы устроиться на работу. Третья неделя как раз активные действия. А вот. И четвертая неделя
как бы стабильно хорошая работа в удовольствии. Если хотите поменять, то же самое. Первая, вторая неделя, первая неделя предложение какое-то будет по работе, вторая неделя устройство на работу, третья неделя уже приступите, будете работать в полную силу, и четвертая неделя уже так более спокойно, то есть уже освоите новую работу. Если вы работаете, ничего менять не собираетесь, скорее всего, будет предложение какого-то повышения в должности. Вот. Ну, конечно, тут нужно будет немножко поднапрячься на третьей неделе, для того, чтобы, может быть, закончить какие-то дела, вступить в должность. А может быть, даже как-то побороться за эту самую должность, потому что тут такое соревнование идет, да. Борьба в качестве соревнования. Возможно, вы не одна претендентка на эту должность. Либо просто нужно показать себя будет с лучшей стороны. Ну и к концу месяца все тихо, спокойно, то есть спокойная работа в удовольствии. Кроме того, тут по финансам, да, выплаты. В конце месяца будут хорошие выплаты. Могут быть дополнительные выплаты, премия у кого-то повышение зарплаты. А может быть, действительно, какие-то дополнительные деньги придут. Дальше. Для тех, у кого свой бизнес. Развитие бизнеса, я вижу, если вам нужен спонсор, на второй неделе спонсор будет. Или новый партнер по бизнесу. Если вы ищете. Но я вижу тут, что что-то вы какие-то действия на первую неделю будете в бизнесе предпринимать. Или даже, возможно, какие-то предложения вам будут. Да, по сотрудничеству или по спонсорству. Ну, будет что-то такое. На третьей неделе будете много активно работать. И четвертая неделя вот такая очень спокойная. Но при этом здесь бизнес уже налаженный, хорошо развивающийся. Все спокойно, хорошо, все отлично. Так что вот, собственно, первая, вторая неделя тоже много будет работы. Ну, третья почему-то особенно. Увеличение финансов я уже сказала, что будет тут везде. И вот основное, самое важное для вас, это будет как раз увеличение финансов в марте месяце. Для личной жизни. Для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки, девочки, будет знакомство уже в первую неделю марта. Знакомство очень перспективное. Мужчина серьезный, при должности обеспеченный. Единственное, что сильный, властный. Вот такой мужчина. И на третьей неделе даже какая-то борьба с ним будет, да, потому что он такой действительно сильный, сильный и властный, да. Привык командовать, вот так. И вам придется отстаивать свои границы, конечно. На четвертой неделе, скорее всего, ваши отношения перейдут на какой-то более серьезный уровень, вы оба успокоитесь. На первых порах надо будет ему, конечно, показать свое «я». К концу месяца и вы успокоитесь, и он успокоится, как бы вы уже расставите все точки над «и». Дальше. Для тех, у кого роман на расстоянии, девочки, вижу приезд вашего мужчины, встречу первая, вторая неделя. Если мужчина близко, то будет несколько встреч, первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая вряд ли. Если мужчина далеко, то как раз на первой неделе приедет, к концу второй, может быть, даже в начале третьей уедет. Если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, девочки, я тут вижу, и ваш мужчина будет делать шаги к примирению, и на первой неделе все равно будет какое-то знакомство. Смотрите уже сами, чего же вы хотите. В принципе, возможно примирение к концу марта, то есть последняя неделя марта, возможно примирение с вашим мужчиной. Там смотрите, потому что будет новое знакомство, тоже очень интересно. Но я думаю, что и знакомство будет, и ваш мужчина будет делать шаги к примирению. В конце марта, возможно, окончательное примирение с вашим мужчиной. Но вы пока, я думаю, до конца марта будете обоих мужчин держать немножечко на расстоянии, потому что выбора пока я не вижу. Для тех, кто в паре, девочки, без сомнения, первая, вторая неделя марта предложение руки и сердца, потом еще вы что-то повыясняете, может быть, будете обсуждать, как у вас пройдет свадьба. В целом все хорошо, отношения хорошие, спокойные. Тоже может быть какое-то знакомство на первую неделю.
Для тех, кто в браке, то же самое, знакомство будет у всех первую неделю. На второй неделе ваш муж как-то вот захочет показать себя героем. Тут подарки, возможно, даст от него. Ну и при этом все равно как-то вот покомандовать, возможно, ему захочется. Вот. Третья неделя что-то вы будете выяснять, обсуждать. Возможно, даже какие-то нюансы по поводу вашего будущего. Дело в том, что четвертая неделя, тут может быть покупка-продажа недвижимости. А вот, либо еще какие-то бытовые вопросы. Ну, скажем, мебель будете покупать, бытовую технику. А вот, потому что тут придут какие-то денежки и что-то вы будете планировать. Может быть, ремонт запланируете. Вот. То есть, в целом месяц хороший, стабильный, спокойный. И самое важное для вас будет это общение. Вот. Общение, стабильность и увеличение финансового положения. Ну, как я уже сказала, самокопание, в общем-то. Вот такой будет март для всех, у кого первая группа крови. Ну, теперь карта совета для вас. Посмотрим, что вам ангелы посоветуют. Угу. Вы могущественный просветитель. То есть вы можете учить других. Вот еще тут какая мысль. Вот я этого здесь не увидела. Вот видите, как точно и четко ангел подметил. И, видимо, поэтому тут у вас самокопание, да? Вот. Тут у нас вот эта карта, это одиночество, да, поиск своего я, размышлений и мудрость. Вот это об этом. В одиночестве заложена огромная сила. Побудьте наедине с самим собой и загляните в самые глубины. Здесь не об одиночестве в целом, да, о том, что нужно именно проанализировать, да. И вот ангел говорит, что вы могущественный просветитель, то есть вы можете чему-то учить других. И здесь возможно, то есть здесь не обучение, возможно реально вот вторая неделя, возможно вы будете учить других, и это будет либо ваш дополнительный заработок, либо благодаря этому повысится ваше материальное положение. Вот совет: быть могущественным безопасно для вас. Ваша духовная сила стала для вас великим благословением, с любовью, дарованным вам божественной силой. Так что смело учите других. Тут либо должность, либо действительно начнете кого-то учить. Вот такая даже интересная история. В конце, как всегда, будет 4 карты на исполнение желаний. Вот, так что смотрите видео до конца. А я перехожу к следующей группе крови. Так, смотрим по второй группе крови, хорошие мои. Для всех, у кого вторая группа крови, посмотрим, как для вас сложится март месяц. Каким он будет для вас понедельно, как всегда. Так, первая неделя марта, вторая неделя марта, третья неделя марта и четвертая неделя марта. Ну, тоже стабильно, стабильно все для вас. Единственное, что первую, вторую неделю вы будете за что-то бороться. Вот. Конечно, это может быть какая-то конкурентная борьба, соревнования. При устройстве на работу, да, может быть собеседование, могут быть какие-то проверки, испытания, экзамены, может быть у кого-то тестирование. Ну вот что-то такое. Это первая, вторая неделя. Первая, вторая неделя марта. Ну давайте по порядку. Сейчас я еще выложу основные важные события в марте для вас. Вот в целом ситуация будет стабильная. Единственное, что да, вот начало марта будет такое более активное. А вот
Ну, к середине марта вы уже успокоитесь, все будет хорошо. Причем такая хорошая, стабильная ситуация. И в отношениях, и в работе, и в карьере, и в бизнесе. А вон. По финансам тоже ситуация спокойная, но при этом удовлетворительная или удовлетворяющая вас. Потому что вам, у вас тут получится даже подсобирать денежек или подкопить денежек. Да? Тут накопления. Вот. Посмотрим основные, главные, важные события марта для всех, у кого вторая группа крови. Ой, тут мужчина еще какой-то у вас. И переживаем. Видимо, из-за мужчины будут какие-то переживания. Вот тоже в начале. Четверочка воды. Какие-то ожидания. Возможно, либо вы ожидаете приезда вашего мужчины. Ну, не, ну, наверное, к 8 марта. Нет, если роман на расстоянии, нет, не будет. Он не приедет пока. То есть не, нет такого. Если вы хотите начать отношения, я имею в виду в поиске или в ожидании своей второй половинки, то я вижу знакомство с каким-то мужчиной светленьким. Вот, но отношения с ним я не вижу. То есть не надо на него возлагать какие-то надежды. Вот. Если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, вот вижу знакомство с этим мужчиной, да, такой страстный, активный, жизнерадостный мужчина, светленький, рыжий или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Вот. Очень энергичный, активный такой, достаточно молодой, то есть, скорее всего, помладше вас. Вот. Не возлагайте на него надежды, я не вижу с ним. То есть, вот, видимо, такое активное у вас будет начало марта, именно из-за того, что вы будете как-то пытаться, да, то есть мужчина понравится, скорее всего, вот, и вы будете пытаться как-то вот завязать с ним отношения, это бесполезно. Почитайте мою статью «Как влюбить в себя любого» и действуйте мудро, тогда, может быть, даже что-то и получится. Вот. Для тех, кто в паре, девочки, ну, будете выяснять отношения с вашим мужчиной первую-вторую неделю, чего-то вы от него добиваться будете, как-то или отстаивать свои границы, или что-то вот будет такое. Ну, конфликты небольшие, больше такое, знаете, прогибание друг друга. Могут быть еще цепляния и упреки, и вы будете с вашей стороны, с его стороны. А вон, в этом, собственно, тоже смысла не вижу. Поэтому изучите внимательно статью «Как влюбить в себя любого», для того, чтобы вы знали, как себя вести и как действовать. Вот. Третья, четвертая неделя. В отношениях все тихо, спокойно, все прекрасно, полная гармония и взаимопонимание. Единственное, нет здесь перехода на какой-то другой уровень отношений. Для тех, кто в браке, вижу, да, знакомство с каким-то мужчиной, но романа не вижу. Вот. Хотя, скорее всего, у вас будет желание закрутить с ним роман, с этим мужчиной, да. Ну, как-то вот нет. Может быть, вот какой-то флирт такой небольшой, и все. И потом он пропадет, как бы вы будете пытаться еще как-то с ним выйти на связь, как-то вот завязать отношения. Ну, нет. Ну, нет, нет и нет. Будете ждать от него, может быть, какой-то весточки. Вот, в марте ничего. Может быть, позже он и появится, еще в марте нет. Вот. Это что касается личной жизни. То есть, по большому счету, все тихо, спокойно. Весь март. Для тех, кто хочет устроиться на работу. Да, тут возможно и не одно. Я вижу два. Вот первая, вторая неделя. Два предложения по работе. Вот. Ну, как-то вот через испытания. Вот. Возможно, вы не одна, как бы претендуете на эту должность. Вот. Или еще такой вариант. Я вижу, возможно, вот эти предложения по работе, которые будут, они вам просто не понравятся. Поэтому вы будете еще прилагать усилия, искать дальше, что-то пробовать. Вот. Финансовая ситуация, в принципе, хорошая, но я тут даже не могу понять, почему. Даже хочу, наверное, дополнительную карту именно на работу, карьеру и бизнес. Потому что я как бы не вижу, что устройство на работу. Нет, все-таки будет. Но здесь не обязательно устройство на работу. Почему ситуация такая? То есть я не вижу устройства на работу. Либо вы чем-то начнете заниматься, то есть каким-то своим делом, не знаю, то, что вы умеете, любите,
Вот по тройке пентаклей. Или своим бизнесом, может быть, займетесь. Может быть, семейный бизнес начнете. То есть, может быть, с кем-то из членов семьи. Но здесь начало своего дела или своего бизнеса, которое удачно, успешно у вас очень, очень удачно, успешно пойдет. Это после середины марта. А именно устройство на работу, девочки, нет, я тут не вижу. Вот. Либо как-то еще, то есть какая-то подработка, может быть, как еще говорят, я знаю, что это где-то, ну, в определенных районах России говорят, шабашки, да, то есть выполняете какую-то работу, получаете деньги. А вот. Вот что-то такое я вижу. Для тех, кто хочет поменять место работы, то же самое. То есть смысла нет. В марте я не вижу смысла менять работу. Вот. Пока поработайте, то есть это здесь ситуация стабильна, поработайте лучше пока здесь. То есть те предложения, которые будут, они будут либо несерьезные, либо еще что-то. Зато очень благоприятно на третьей неделе марта, то есть после середины, начинать свое дело или свой бизнес. Прекрасно будет развиваться, прекрасно, стабильно. Там и планеты как бы тоже, вот третья, четвертая неделя, планеты так будут расположены, что прям все... Все будет идти. Для начала как раз-таки чего-то, может быть, начнете что-то в интернете делать, да? Да, кстати, вот по поводу интернета, да, вполне возможно. Сейчас в интернете очень много вакансий. Так что и многие люди переходят именно на работу в интернете. Это очень удобно, потому что вы находитесь дома со своими детьми, членами семьи, да, и уделяете время работе. Дальше. Для тех, кто работает, ничего менять не собираетесь. Тут у вас какие-то вот отстаивания границ, доказывания кому-то чего-то, начальнику или членам коллектива, коллегам по работе, может быть, да, вот какие-то переживания, доказывания чего-то, отстаивания. Это первая, вторая неделя. Третья, четвертая, все спокойно, все в удовольствии, все прекрасно. На четвертой неделе еще будут выплаты. Ну а то, что начать свое дело, либо свой бизнес, это касается всех. А вот. Для тех, у кого уже свой бизнес, да, тут придется побороться, возможно, конкурентная борьба первая, вторая неделя. Ну, по крайней мере, время будет очень такое горячее. А вот, то есть, ну, это понятно, как бы, потому что здесь как раз, по крайней мере, в России женский праздник падает на начало марта. Поэтому и понятно, почему будет такой ажиотаж. Вот. А третья, четвертая неделя пройдут спокойно. Зато денежек вы заработаете в этом месяце побольше, чем обычно. И ваш бизнес немножечко так поднимется, потому что выйдет немножко на другой уровень, да, поднимется материальный доход или прибыль вашего бизнеса. Вот. А также выгодно для вас также что-то начинать, либо дополнительное, либо это может быть дополнительное сотрудничество, либо дополнительное направление в вашем бизнесе, либо, получив такую хорошую прибыль, может быть, решите открыть вторую точку или филиал, может быть, в другом районе города, а может быть, вообще в другом городе или другой стране. Вот. Вот такой будет март месяц. По здоровью я не рассказала, девочки, по здоровью вполне возможно, тут вот по мечам, скорее всего, неверная диагностика. Нужно будет заново сдать анализы, пройти какие-то исследования. То есть вот на это обратите внимание. Если неправильная диагностика, совершенно, соответственно, неправильная постановка диагноза и, соответственно, неправильное лечение, которое может дать какие-то не очень хорошие эффекты. Вот. Поэтому обратите внимание именно на анализы и диагностику первые 2 недели. Третья, четвертая неделя у вас есть все шансы, даже если есть какие-то заболевания, пойти на выздоровление. Если заболеваний нет, то первые 2 недели будьте внимательны, возможно, легкая простуда или воспаление. Ну, не воспаление легких, а просто какие-то воспалительные процессы. Может пальчик, например, воспалиться, да, или там что-то еще. Так что берегите свое здоровье, берегите свое тело, любите его и ухаживайте за ним. Третья, четвертая неделя, здоровье крепкое, иммунитет крепкий, все отлично. Вот. Все, по-моему, все рассказала. А вот. По основным событиям я как бы тоже рассказала, дело в том, что оно тут четко прям все проецируется. Просто как бы вот эти карты как раз дополняют то, что я сказала ранее. Вот. Так что начинайте. Тут основное то, что
будут какие-то предложения выгодные. Вот, ну как бы выгодные, да, на первый взгляд. Но в итоге пустые. Предложения могут быть по работе, по карьере, по бизнесу. Тут что-то вот не очень хорошо пойдет. Не понравится вам или не устраивают вас какие-то эти предложения, да, или условия труда, не знаю, что-то. Или условия сотрудничества. А вот, ну и в личной жизни, собственно, я тут вам тоже уже рассказала. Все, девочки. Карта совета для всех, у кого вторая группа крови. Проявление силы, да, вам тут силу надо будет проявить для первую, вторую неделю для отстаивания своих позиций или своего места под солнцем. Используйте свой духовный дар и природные способности для того, чтобы привлечь желаемый результат. Вот, то есть мудрость. Отставить позиции нужно мудро. То есть это духовная сила, да, это не физическая сила. Вот такой вам совет. В конце, как всегда, будет три карты на исполнение желаний. Хотите сами считывать информацию, точно так же, как я, приходите на обучение искусству предсказаний. Ссылочка на обучение есть внизу в описании, в моем первом комментарии. Есть разные форматы, абсолютно всем доступно обучение. Так что регистрируйтесь на обучение искусству предсказаний. А я перехожу к следующей группе крови. Как же сложится март месяц для всех, у кого третья группа крови? Также смотрим понедельно, также рассказываю по всем форматам отношений. Для обучения искусству предсказаний, девочки, переходите на сайт, регистрируйтесь, есть разные форматы обучения. Ссылочка внизу в описании и в моем первом комментарии. Итак, первая неделя марта для всех, у кого третья группа крови. О, у вас прям перемены на пороге. Причем счастливые. О, еще и туз пентаклей, ничего ж себе. Третья неделя. Супер просто. И четвертая неделя. Еще что-то праздновать будете в конце марта. Почему-то в конце именно. Давайте сразу посмотрим основные важные события для вас. Здесь либо перемены у вас, девочки, либо поездка для кого-то, переезд на другое место жительства, в другой город или даже в другую страну. У кого-то поездка, на первой неделе поедете, на третьей, возможно, вернетесь. Вот. Либо на первой только будете планировать поездку, а на третьей поедете. Встречи какие-то у вас будут в конце марта. Кто-то может быть, да, получит крупную сумму денег на второй неделе. Ну ладно, посмотрим еще основные важные события для вас. Да, будет какое-то известие вам. Это могут прийти документы, либо оформить какие-то документы, возможно, приобрете путевку, либо что-то еще, ну какие-то новости, именно приятные. Радостные. Вот. Но при этом волнение, как бы эти новости вызовут некоторые волнения. По поводу освобождения, вот у некоторых, может быть, наследство придет на второй неделе марта. Еще что? И какое-то
Да, искушение, соблазн, страсть. Ну, давайте по порядку. Итак, начнем со здоровья. Что касается здоровья, да, на первой неделе марта прекрасные перемены именно в сторону выздоровления. И до конца марта вы будете, то есть ваше здоровье с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Если сейчас у вас здоровье прекрасное, то оно таким прекрасным будет, то есть весь март будет вас радовать. Здоровье крепкое, самочувствие прекрасное, иммунитет тоже крепкий. Вот. Единственное, да, будут у вас какие-то волнения, скорее всего, да, связанные с какими-то финансами. Но тут еще хочу сказать, предупредить вас по главным важным событиям. Ну, вот это, скорее всего, в конце марта будьте внимательны, да, потому что могут быть, как, то есть в качестве искушения могут быть какие-то мошеннические предложения по финансам. Поэтому вот тут будьте внимательны. Для тех, кто работает. Ой, для тех, кто в поиске работы, девочки. Да, перемены и устройство на работу. И прям, ну, интересно, вы устроитесь, и уже в первую неделю вам что-то выплатят. Вот, может быть, еще какая-то дополнительная будет работа. То есть и на работу вы устроитесь, на предложение, я вижу, по работе хорошее на первую неделю марта, устройство на вторую неделю марта. Вот, а на конец марта будете планировать празднование, будете планировать, что вы уже получите денежки за отработанный период, хотя слишком маленький период, честно говоря, но будете планировать все равно что-то, может быть, как-то два раза в месяц вам будут выплачивать, да, может быть, какие-то деньги тут и получите уже в конце второй недели, вот, либо это, да, может быть, какой-то дополнительный заработок у вас. Прекрасно. Для всех начинать бизнес вот по этим картам, первую неделю планировать, вторую неделю прям уже начинать, прям уже делать. Вот, будет прекрасно развиваться, прекрасно пойдет ваш бизнес. Вообще март прекрасен для того, чтобы начинать заниматься своим делом, с бизнесом, неважно какое дело, в интернете или в реальности, да, офлайн или онлайн. Вот, неважно чем, но очень благоприятно именно какое-то свое дело. А вот, для тех, кто хочет поменять место работы, то же самое, первая неделя прекрасно для этого подходит, и можете уже, да, даже добиться успеха на новом месте работы, потому что быстро получится поменять работу. И предложение будет очень хорошее. Может быть, у вас уже есть предложение, поэтому в первую неделю марта вы прям уже поменяете одну работу на другую. Будете довольны. То есть, если вопрос в том, стоит менять или не стоит, стоит. Для тех, кто работает, ничего менять не собираетесь, будут какие-то перемены в сторону увеличения зарплаты или повышения в должности и сопутствующее, конечно, увеличение зарплаты. Но тут будет, да, у вас некоторые переживания, потому что в связи с новой должностью будет и больше ответственности, естественно. Но, тем не менее, финансов будет больше, то есть каждому свое, девочки, потому что кого-то пугает лишняя ответственность, кому-то наоборот ее хочется, да, этой лишней ответственности. Поэтому, честно говоря, каждому свое. Для тех, у кого свой бизнес, девочки, тут какие-то перемены, может быть, новое направление, новые какие-то продукты, товары, услуги, новое сотрудничество может быть. Сотрудничество я еще вижу и на первой неделе, и на третьей. На третьей неделе очень хорошо заключают сделки, договора, контракты. А вот, а также, вот, если вы оформляли какие-то бумаги, это не только по бизнесу, да, это и бизнеса касается, и, может быть, что-то оформляли, то вот тут придут ваши бумаги как раз, или закончите оформление. Вот, скажем, да, по поводу покупки и продажи недвижимости, вполне возможно здесь на первой неделе покупка и продажа недвижимости. И вот как раз на третьей неделе закончите оформление всех документов. Так что месяц прекрасный, вот абсолютно для всего. Много положительных моментов. Также, девочки, вполне возможно, что кому-то из вас придет наследство на второй неделе. На третьей неделе будете строить какие-то серьезные планы на будущее. Может быть, как раз-таки на покупку недвижимости, на переезд куда-то. А вот, вот такая будет история. Вот, что тут еще? Да,
какие-то будут приятные новости, но которые вызовут у вас волнение и подозрение почему-то об обмане. Да, вот такая еще идет информация. Вот. Но это вот волнения будут, скорее всего, в четвертую неделю марта. То есть сомнения какие-то у вас будут. Вот. Хочется мне даже еще одну карту здесь выложить, да. А правда, ну, во-первых, будьте внимательны, я вас предупредила, но хочу еще. Ну, держать контроль, контроль над ситуацией, собственно, да. Ну, в итоге все стабилизируется. То есть просто будьте внимательны, проверяйте договора, контракты, прежде чем подписать. Да, тут, конечно, все выгодно, но это же не значит, что вы должны подписывать, не читая. Вот, как-то вот так. Дальше, девочки, для финансов я тут сказала, да, что на второй неделе будут какие-то выплаты, также может быть наследство или выигрыш. По личной жизни. Если вы в поиске или в ожидании своей второй половинки, то да, я вижу знакомство, скорее всего, через интернет, но может быть и в реальности, то есть где-то может быть в поездке, в каком-то путешествии. Вот, потому что да, тут вот я говорила, да, две поездки или туда и обратно, да, но вот вижу две дорожки на первой и третьей неделе. Поэтому да, может быть какое-то знакомство, знакомство перспективное именно для серьезных отношений. Но будьте внимательны, возможно, мужчина, с которым вы познакомитесь, не совсем одинок. Возможно, он еще в каких-то отношениях, либо общается с кем-то еще. Но вряд ли у него есть жена, хотя этот момент я тоже не исключаю, но это можно выяснить только на личной консультации. Вот, поэтому... Просто будьте внимательны. Просто по этим картам, да, вполне возможно, что мужчина не одинок. Если у вас роман на расстоянии, девочки, я тут вижу встречу. Тут встреча, возможно, на первую, в третью неделю марта. Вот, если мужчина живет близко, то, возможно, в первую неделю он к вам приедет, на третью неделю вы к нему поедете. А вот, но тоже опять-таки... Хочу вам сказать, что есть какое-то общение еще у мужчины. Не надо подозревать мужчину в том, что, ну, я имею в виду подозревать, ревновать там и так далее. Это самое худшее, что может быть в отношениях. Должно быть всегда доверие. Вот. Но, тем не менее, тут может быть и с вашей стороны, то есть, возможно, и вы же общаетесь не с одним мужчиной, вы же не на необитаемом острове живете-то. Вот. Ну, посмотрю я сейчас. Да, у вас какой-то бывшего у вас я какого-то вижу. Вот что тут, о чем тут. Поэтому мужчину своего не подозревайте, хотя тут, да, есть у нас и искушения, и волнения какие-то. Тут волнения у вашего мужчины будут, и у вас из-за его ревности. Вот, потому что какой-то из прошлого у вас появится, но появится в конце марта. Или из прошлого, или бывший какой-то ваш появится. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, у вас прекрасная тенденция к примирению, плюс может быть еще и знакомство какое-то очень интересное. А вот. Знакомство, скорее всего, в первую неделю. А вот. Ну, тут уже смотрите сами, уйти в новые отношения, либо остаться. Да? На личной консультации могу рассмотреть все перспективы. То есть, как сложатся отношения, если вы помиритесь с вашим мужчиной, да, восстановите отношения. Или как с новым знакомым сложатся отношения. Конечно, я все это рассматриваю. Вот. Здесь пока как бы в пределах месяца это еще и не видно. А на личных консультациях я рассматриваю на год. Дальше. Для тех, кто в паре,
Девочки, ну, для тех, кто в паре, тут серьезные планы, намерения, либо на сам, то есть однозначно переход на новый, более серьезный уровень отношений. Вот, либо это совместное проживание, либо подготовка к свадьбе, или, может быть, даже брак. То есть, может быть, у вас ранее уже было предложение руки и сердца, и вот тут в марте возможно заключение брака. Вот также еще, что я тут вижу, семейные посиделки. Знакомство с его родителями, с вашими родителями, вот, и какое-то торжество в конце марта. Для тех, кто в браке, девочки, ну, здесь только поездку или переезд я вижу, вот, и улучшение финансового положения семьи и какое-то торжество в конце марта. В целом отношения с вашим мужчиной будут стабильные. Единственное, да, вот у вас у всех какой-то бывший в конце марта появится. Вот. И я не вижу тут ссор, конфликтов, ничего такого не вижу. Вот. Но какие-то волнения его появление вам доставит. Ну а теперь карта совета. Так что месяц в целом очень благоприятный, особенно вот я смотрю уже тоже как бы не первая позиция в финансах. В финансах будет увеличение именно, улучшение финансовой ситуации, вот это будет основное. Ну и какие-то волнения, вон, может быть, и у некоторых может быть даже и по поводу финансов волнения, но в целом все стабилизируется и денежки останутся у вас целости и сохранности, да, я думаю, вы будете внимательны после моих предупреждений. Карта совета. Ой, это, я так понимаю, архангел Рафаил, правильно. Отогнать свои страхи. Это вот по поводу вот этих волнений. Волнение, видимо, из-за каких-то ваших страхов или опасений, то есть беспочвенные по большому счету. Призовите Архангела Михаила и Архангела Рафаила, чтобы в сложившейся ситуации они помогли вам отогнать вредоносные энергии, основанные на ваших страхах, как от вас, так и от вашего окружения. Обращайтесь, это очень полезно, обращаться к Архангелу Михаилу и Архангелу Рафаилу для очищения от негативной энергии. Вот такая замечательная третья позиция, третья группа крови. В конце, как всегда, будет карта, 4 карты на исполнение желаний. Так что смотрите видео до конца. И приходите на обучение искусству предсказаний. Так, переходим к четвертой группе крови. Посмотрим теперь для всех, у кого четвертая группа крови, как для вас сложится март месяц. Понедельно посмотрим. Каким март месяц будет для всех, у кого четвертая группа крови. Первая неделя. Ой, прям сразу на первой неделе вам туз пентаклей. То есть увеличение финансов или какие-то выплаты, или какие-то деньги крупные вам придут. Вторая неделя. На второй неделе волнения какие-то. Возможно, из-за денег. Третья неделя какая-то поездка. Нет, наверное, из-за поездки, да. И третья, четвертая неделя. Третью неделю, возможно, будете собираться в поездку. И четвертая неделя поездка какая-то. Или переезд, девочки. Давайте основные важные для вас события месяца посмотрим. Основные важные события месяца для всех, у кого четвертая группа крови. Встреча какая-то, да? Видимо, на встречу куда-то вы поедете. Будете готовиться 2 недели. Серьезные планы на поездку или переезд. Да, и серьезный мужчина. Прям такой месяц для вас вообще супер просто.
Давайте начнем со здоровья. По здоровью тут что? Крепкое здоровье, крепкий иммунитет, как бы все замечательно. Единственное, что какие-то страхи и переживания у вас могут быть по поводу здоровья. Если есть какие-то заболевания, девочки, то тут совет вместо того, чтобы волноваться о своем собственном здоровье, строить себе какие-то там иллюзии, связанные со страхами о вашем здоровье. Вместо этого лучше поехать куда-то на лечение. Именно поехать. Тут советуют карты поехать на лечение в другой город или в другую страну. Вот. Ну, это если заболевание. Если заболевания нет, все замечательно. Единственное, да, вот вторая неделя, страхи у вас какие-то будут о своем здоровье. Но в целом здоровье хорошее. Не вижу я тут никаких отклонений от нормы. Для тех, кто в поиске работы, девочки, у вас прекрасное предложение будет прямо в начале. Но вы будете переживать, возьмут или не возьмут. Возьмут. На третьей неделе уже устроитесь и приступите к работе на четвертой. Вот, все замечательно, честно говоря. В коллективе будет все прекрасно. Будет вам нравиться зарплата хорошая. Вот, да, начало работы я тут четко вижу. Начальство, коллеги, все вас будет устраивать. Если вы хотите поменять место работы, то тоже все прекрасно. Да, предложение будет на первой неделе, переживания на второй. Возьмут, не возьмут. На третьей неделе ситуация разрешится, устроитесь на работу, на новую. И на четвертой неделе уже, да, отправитесь на новую работу, устроитесь, уже приступите даже. Вот. Да, очень благоприятно менять место работы. Очень благоприятно, девочки, прямо в первую неделю марта начинать свое дело или свой бизнес. Онлайн или офлайн, в реальности или в интернете. Может быть, как я обычно говорю, может быть, вы классно вышиваете крестиком или замечательно печете пироги. Или прекрасно владеете мышкой и клавиатурой. Вот, начинайте. Все это действительно очень и очень благоприятно. Будет прям хорошее развитие. Да, понятно, что волнения, конечно, они все равно будут, потому что начало какой-то новой деятельности я вижу. А вот, при этом это все будет оправдано. То есть стоит, будет хорошее развитие. Март для этого очень благоприятен, причем для всех групп крови. Именно для начала чего-то. Для тех, кто работает, ничего менять не собираетесь, будут какие-то волнения, вас могут отправить в командировку, честно говоря. Хотя вот в первую неделю я вижу деньги, выплаты, какие-то крупные деньги могут прийти, либо могут выплатить зарплату, премию. Вот. На второй неделе какие-то волнения вот из-за какой-то поездки. Это может быть поездка либо в командировку, либо на обучение. Да, тут вот по валету земли, да, может быть и обучение. Дальше. Ну, волнения. Вот из-за поездки какие-то волнения. Может быть, еще куда-то вы поедете. Ну и что тут еще? Может быть, реорганизация, кстати, в марте на вашем предприятии. Да, может быть, реорганизация. Но я тут не вижу ее окончания, потому что как бы короткий период. Но тем не менее и пятерочка, кубковая шестерка, мечей, обе карты благоприятны, поэтому думаю, что все пройдет благоприятно. Может быть, конечно, повлечет за собой и смену работы у некоторых из вас, но это тоже будет во благо, я хочу вам сказать. Я, конечно, не вижу, я же говорю, я ограничена, да, ограничена концом месяца, поэтому не вижу окончания этой реорганизации. Из-за этого, возможно, у вас и волнение. Ну, и тут карты прекрасные, поэтому все будет во благо, закончится хорошо. Даже если вам придется сменить работу, то поменяете вы ее с улучшением. Вот. И тут, да, может быть, здесь непросто. То есть, если даже реорганизация будет сокращение, вот тут третья, четвертая неделя, если вас сократят на третьей неделе,
то на четвертое вы уже найдете новое место работы, причем такое, где зарплата будет даже выше. И в коллективе отношения будут прекрасные. Так что, да, поэтому могут быть здесь выплаты какие-то, смена работы, тоже вполне возможно даже укладывается. Так что смело, смело можете, то есть ничего не бойтесь, просто не переживайте, не волнуйтесь. Именно настраивайтесь на благоприятный исход, потому что я его тут, собственно, вижу, хотя я и не вижу дальше. Да, то есть, естественно, апрель месяц мы сегодня не рассматриваем. Вот, дальше, девочки, для тех, у кого свой бизнес. Прекрасное развитие, прекрасное увеличение прибыли в первую неделю. Вторую неделю, конечно, немножечко будет поменьше, то есть потихонечку пойдет на спад. Но любой бизнес – это в любом случае продажи товаров, услуг или продуктов. Поэтому вот в первую неделю будет прямо шквал, а вот вторую неделю немножечко спадет. И заволнуетесь, да, будете волноваться. Вот. Ну, тем не менее, тут дальше можете заняться, да, может быть, подыщите какие-то новые товары, услуги, продукты, третья, четвертая неделя, либо новое направление, либо заключите новые контракты, договора, сделки. Тут еще партнерские отношения, конечно, я вижу, да, то есть выгодные партнерские отношения будут вот третья, четвертая неделя. Особенно выгодны контракты и сделки с партнерами из-за границы. Очень выгодно, поэтому если ваша работа или ваш бизнес это подразумевают, да, то здесь это будет очень-очень благоприятно. Дальше. По финансам, девочки, тут все основные деньги придут вот в первую неделю марта. Вот. Дальше, в принципе, ситуация стабильна, хотя очень хорошая. То есть здесь все-таки подразумевается, что еще будет увеличение финансов. Может быть, за счет дополнительной работы, за счет развития бизнеса, начала своего дела, но будет улучшение финансов однозначно. По личной жизни. Если вы в поиске или в ожидании своей второй половинки, девочки, то да, будет знакомство прямо в первую неделю. Мужчина очень серьезный, сразу настроен прямо на серьезные отношения, на создание семьи, брака. Но смотрите, почему-то либо вы с ним познакомитесь, и он уедет куда-то, может быть, он из другого города или другой страны, потому что знакомство вижу в реальности, а отношения вижу на расстоянии. Может быть, у него просто какая-то поездка или у вас поездка. Вот. Но в целом хочу сказать, что очень серьезно. Это начало серьезных отношений. То есть знакомство очень даже серьезное. Хотя вот в марте, я же говорю, какая-то либо у него поездка, либо у вас, либо он живет где-то в другом городе или в другой стране. Дальше. Для тех, у кого как раз роман на расстоянии, девочки, я тут встречу вижу третья, четвертая неделя. Если мужчина близко живет, тут несколько будет встреч. Первая неделя, третья, четвертая встречи. Если мужчина далеко живет, то только третья, четвертая неделя я вижу встречи. Тут, возможно, или вы к мужчине поедете, и, возможно, или он к вам приедет. То есть здесь может быть и так, и так. А может быть, где-то поедете на нейтральной территории, встретитесь. Так тоже бывает, то есть в какой-то третьей стране. Дальше для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Примирение вот прям в первую неделю я вижу. Вот. Потом волнение. То есть волнение, переживания, могут быть какие-то небольшие конфликты. Вот. Но тут поездку я вижу. Не вижу разрыва отношений дальше. То есть вижу примирение в первую неделю. А вот, в целом отношения будут крепкие и хорошие, да, то есть помиритесь, все у вас будет хорошо. Единственное, что я вижу поездку, возможно, из-за этого вы и будете волноваться. Для тех, кто в паре, девочки, здесь укрепление, улучшение отношений. Начало совместного проживания может быть.
начало проживания в браке, ну, то есть смена статуса может быть в первую неделю, заключение брака, если раньше уже было предложение. Ну, а для кого-то может быть предложение руки и сердца, но вот все равно я вижу какую-то поездку, то есть вынужденное расставание. Либо в командировку поедете, либо на обучение, либо по делам куда-то, деловая какая-то поездка. Вполне возможно. И поэтому, да, вот вынужденное расставание с вашим мужчиной. Если вы в паре, или только помиритесь, к примеру, да, или в браке, тоже вполне возможно. Вот. А может быть, на заработки ездите либо вы, либо ваш мужчина, вот, поэтому такое тоже вынужденное расставание. А вот. В целом отношения крепкие и очень хорошие, чувственные, вот особенно первую неделю, прям все замечательно. Много общения, много встреч будет не только с вашим мужчиной, а также с вашими родными, близкими и друзьями. Вот такой март месяц будет для вас. Ну и теперь посмотрим карту совета. Что ангелы посоветуют всем, у кого четвертая группа крови на март месяц. Исцелиться от зависимостей. Вот такой вам совет. Пришло время избавиться от тех моделей поведения, которые мешают вам понять истинные желания вашего сердца. Попросите Архангела Рафаила помочь вам в этом. Обращайтесь к ангелам и архангелам, они всегда помогают. Самое главное, благодарите потом. Вот такой замечательный март месяц. И переходим теперь картам на исполнение желаний. Также напоминаю для всех, кто хочет помогать людям, предсказывать, научу, причем легко и просто, именно считывать информацию с общего энергоинформационного поля Вселенной. У меня всегда все легко, быстро и просто. А также у меня на канале, девочки, вы можете предсказывать себе прямо сейчас, без обучения. Нажмите «Алена Ариес», перейдите на мой канал. На главной странице найдите плейлист «Обучение и гадание». И предсказывайте себе прямо сейчас. Получайте главные, важные для вас вопросы. Ну, а если хотите действительно учиться быстро, легко и просто, и сразу за один курс освоить фундамент всех предсказаний, вообще без заучивания. Даже название аркана второго учить не надо. Вот. То, конечно, регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. У меня есть разные форматы обучения, доступны абсолютно всем. Тем более, что еще даже не закончив обучение, вы однозначно начнете помогать людям. И не только оправдаете обучение, но еще и начнете хорошо зарабатывать, естественно. Вот. Итак, загадывайте желания. А также исполнению желаний я тоже учу в курсе обучения искусству предсказаний. Выбирайте свою карту и посмотрим, как у вас будут исполняться желания. Так, для всех, кто загадал первую карту, нет, девочки, ваше желание не исполнится. Вот как раз приходите на курс обучения искусству предсказаний, научитесь, как правильно загадывать и исполнять, точнее, получать собственные желания. Вторая позиция. Исполнится ли ваше желание? Да, вас ждет успех. Также приходите на курс обучения искусству предсказаний, научитесь моделировать события собственной жизни. Третья позиция. Исполнится ли ваше желание? А вам нужно пойти на компромисс. Приходите на обучение искусству предсказаний. Я вас научу, как это делается, как выстраивать взаимоотношения с разными людьми. И четвертая позиция. Исполнится ли ваше желание? Не сдавайтесь, и все будет замечательно. Тоже приглашаю вас на курс обучения искусству предсказаний. Научу помогать людям и зарабатывать на этом. В итоге
Практически у всех у вас желания исполнятся. А для тех, кто первую карту загадывал, подумайте над своим желанием. Может быть, его перефразировать. А может быть, вы хотите чего-то нереального или того, что вам не нужно. Вот подумайте об этом. А также, девочки, конечно же, участвуйте в позитивном энергообмене. И лучшее, что вы для этого можете сделать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение. Очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. А также пишите в комментариях пожелания другим людям. Все, что вы пожелаете другим, однозначно вернется вам. По закону бумеранга. На этом, дорогие мои, я вас благодарю. И от всей души искренне желаю вам счастья, радости, удачи, удовольствия. Всего-всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока!